Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Каждый месяц я отчитываюсь о жизни елочки в неволе, пицца и глоука коника. Сегодня отчет за 11 месяц. 11 месяцев, как она живет у меня на лоджии дома. Как я пересаживала, покупала, все действия с ней можно посмотреть в плейлисте, ссылка на него будет в описании. Рана у елочки не меняет своего вида, как я показывала видео за прошлые месяцы отчетах. Но она засохшая. То есть смола засохла и хуже не становится, это радует. Ну и лучше как бы тоже особо. Ничего не меняется, она засохла, надеюсь, что это неплохо. Как лечить, я ее не знаю. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Друзей травинок у елочки стало много. Землю разрыхляю палочкой, поливаю опрыскиванием раз в два дня. Приготовила листья. Буду сушить их. И если зима будет холодной, буду укрывать землю. Сверху класть. Я показывала это ранее видео, еще в прошлой зимой, когда было холодно. В зиму укрывала листьями землю, чтобы она не промерзала. Елочка живет на неотапливаемой лоджии. Ну, там зимой достаточно холодно. В общем, закодавливаюсь я листьями. Это весь отчет за 11 месяц. Больше никаких изменений не было. Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.